Hi, hello, guys! Меня зовут Демьян Волков, и сегодня мы играем в Among Us вместе с моим младшим братом Вано. Всем привет, я Попко. Ёп твою, как же ты орёшь. Сейчас я потише тебя сделаю, подожди. О, алло. Да, я Попко, всем привет. Да, хорошо, слышно. Так вот, и мы играем не обычный Among Us, а режим медика. Да, появится врач, который сможет воскрешать трупы. В смысле, это типа третья роль? Ну да, типа будет убийца, обычный член экипажа и медик. О, мой бог! Да, у медика ник будет светиться зеленым цветом. И если вдруг он будет находить труп, он должен будет его доставить в медпункт, и он его воскресит. И тот, кто воскреснет, его скафандр будет светиться ядовито-зеленым цветом, и он сможет выдать убийцу. Чё? Да это просто имба, это же вообще легкотня тогда. Так как легкотня, если все сразу захотят его первым делом убить? А, ну это уже другое дело. Да, так что я думаю, сейчас все захотят больше быть медиком даже, чем убийцей, потому что это что-то новое. Кстати, еще подписывайтесь на мой инстаграм прям вот сюда, потому что там я выставляю коды комнат и играю со своими подписчиками. Надо будет подписаться. Так что будь в курсе. Продолжение этого видео будет на канале моего младшего брата, ссылка в описании. После того, как посмотрите мое видео, только после того, как посмотрите мое, переходите вниз к Ваниному. Да, да, я там был тоже медиком и там воскрешал всех. Там тоже был медиком, у него крутые игры, так что поддержите его тоже лайком. Давай начинать игру, наверное. Так, тут у нас, смотрите, у нас команда Лохи. Баджо Джаджо Ван. Око Джамбо Ля-Ля-Е. Смотрите, сколько в этом режиме цветов. Просто офигеть. Есть даже горчичный вот такой. Тускло-зеленый. Фиолетовый. Есть еще такой дополнительный черный-фиолетовый. Но его уже взял вот этот Баджо Джаджо. Видите, мы оба фиолетовые, только он потемнее. Слышишь, а что ты себе не какой-то там нестандартный цвет возьмешь? Да возьму, сейчас я буду темно-красный, вот такой кровавый. И у меня будет вантус на голове. А еще у меня будет черный костюм. Ты видишь, я с вантусом в костюме. Смотри, я просто хитмен, только вантусмен. Слушай, а почему у тебя ник Демиан Лох? Потому что я вантусмен. Ну ладно, начинаем, давай, давай. Я вантусмен, мне насрать. Итак. Блин, я опять член экипажа, ну что за... А я медик, неужели? Капец тебе повезло, я буду тебя охранять. Пожалуйста, пока. Пожалуйста, по-братски, ходи вместе со мной рядом. Я тебя умоляю просто. А, брат, я с тобой буду. Так а ты не убийца, точно, Вань? Да, отвечаю, я не убийца. Ваня, 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 идем, идем вместе. Пошли, Ваня, Ваня. Свет починим. Пошли, пошли. Идем, идем, идем вместе. Пошли, пошли, буячку. Так, так, если так найдем какой-то труп, ты его сразу же относи в медпункт. Иди. Вниз, вниз, ты куда? Ты куда пошел? Да со мной вниз рядом будь, говорю. Я задание так выполняю. А, ну хорошо, ладно. Так, опа, черный труп нашли. Да нафига вы чё, я тут лошадь. Это самое, лекарь. Для чего я здесь вообще? По привычке, ой. Да, он, короче, по привычке репортнул. Вот, он не привык. Я в прошлой игре сделал то же самое, кстати. Ваня, твой язык, вот этот ЕФК, ВТЛБР, ГЦНМ. Чел, клаву смени. Я в шоке просто. Черный вроде был с нами. Черный Роллс-Ройс забирает Джейк Бот. Со мной бэби маму на нее потрогал. Ауф, ауф. Алгуен испаньол. О, Ваня, у него тоже твой непонятный язык. Можешь с ним пообщаться. Сейчас я ему напишу. Хола, аллилуйя. Бота скип ди... Братан, нет, чувак, я не испанец. Я не испанец. Братан, только твой голос ждут. Ваня, я написал ему привет на испанском, и он теперь думает, что я испанец. Так, я скип. Аллилуйя. Два предателя остались. Пошли. О, подожди. Чуваки! А ты чё орёшь? Я... Мне просто страшно. Не бойся, я вантусмен. Пошлите, ребят. О. Слышишь, а знаки двери закрывают. Ваня, мне... Мне кажется, это я, мышь и лохи, а они оба импостеры, они нас сейчас двоих гроб. Да вот я тоже подозреваю, очень странно, что 2-2. А ну пошли быстрее. Погнали вниз, погнали вниз, погнали вниз. Ну-ка, да. Не отбегай от меня, ты задолбал! Да не отбегаю я от тебя, погнали вниз. Короче, иди ты в сраку, я сам пошел. Воля, ты где? Я тебя не могу... Да иди ты, иди ты! Все, меня убили, иди в задницу, понял? Ну ты дурак, ну что ты ушел? Да потому что ты бегаешь вечно взад вперед. Вместо... Ну ты дурак! Ты за мной должен бегать, и не я за тобой. А че ты ушел? Иди ты в жопу! Психанул, дурак, и умер. Подожди, иди в жопу! Будешь ты медиком, я тебя грохну первым делом. Ты офигел? Это коричневый при мне меда убил. Хотя бы люди видят правду. То есть я умер очень тупо. Вы убийцу убили? Не, я скипнул. Нафига?
Ну я не понял, кто убийца. Так написали в чате, кто меня убил. А кто тебя убил? Уйди в жопу, Ваня. Да шо, я ж не да видел. Да ты тормоз, потому что. Короче, плагу РВ и оси Сесиного убийцы. Да что ты говоришь, если бы ты чат читал бы внимательно, то было бы все нормально. Капец, вот так вот играть с младшим братом. Мало того, что не можешь тебя как врача удержать, так еще и чат не читает, и вот вообще не волнует, кто меня убил. Так а как я мог почитать? Иди ты в задницу, понятно. Все хорошо, я молчу, я в жопе. Куда начинаем игру? 6 человек! Я тут! Они только что в 5 человек хотели начать игру. Ну слушай, а они эти гангстеры. Тут. Да стой на месте! Что? Ой, игра началась. Я медик! Обосраться! Что, мы сейчас в 6 человек будем играть? Так, пацаны, наконец-то мне медик попался через 2 часа. Так, охраняй меня. Давай. Нет, а я пойду погуляй. Идем сюда, Ваня, направо, идем сюда. Ваня, пошли налево, пошли налево, Ваня. Пошли налево. Ваня, идем сюда, Ваня. Да охраняй меня, дубина. Идем. Пошли, Ваня, пошли. Буду... В смысле? Чего? Чё за фигня? А чё мы в вентиляции можем запрыгивать? Я не знаю. Капец какой-то. А, ты, наверное, админ поменял, понял настройки? Походу, я не знаю, но это капец странно, конечно. Так, ладно, пошли искать трупы. Да, пошли, Ваня, пошли. Идём наверх, пошли наверх, Ваня. Ой, я нашёл труп. Смотри, ребята, смотрите, я вот так вот его могу... Ой, стой, аккуратно ты... Чуть на меня не навел трупом. А иди. Чего? Так я же репортну. Так нет, ну не репорт. Давай, погоди. быстрее, возле тебя лохи стоят. Сил, ребята, капец. Ты его воскресил? Да, смотри, у него теперь скафандр этот, зеленый, круто. Круто, а если два раза его воскресить? А я не знаю, можно ли так. Так клево, слушай, за медика так играть. О, слышишь, я еще один труп нашел, этого же красного. Так, я пойду его снова? Покажу. Меня закрыли, чувак, меня закрыли, я не могу за тобой бежать. Так, я вот рядом с тобой буду, вот здесь вот стоять. Так, погнали, братан. Да ну слушай, серый, ну ты дурак, ну зачем? А что он сделал? Репортнул? Он пишет, не я зарепортил. Это он зарепортил. Зарепортил мед. Слышишь, а ты точно не импостер? Да я бы тебя грохнул. Давай тогда за лайхо. И вот этот вот лят и мышь, они походу импостеры. Точно, да, точно они. Да. Слушай, если мы сейчас еще и выиграем, это такая классная игра будет. Так, сейчас лохи проголосовали. А ну давай. Так. Оказался один из да. Победа! Nice game, bro! Okay. Так, начинается игра и... Я медик, чувак! Я серьезно? Да. Так, а ну, идем, попка, пошли. Так, я иду за тобой, давай, погнали. Да я тут, идем. Блин, а теперь понял в чем? Ну что ты стоишь? Подожди, тут на меня бабушка кричит сейчас. Погнали. Ты понял, в чем прикол? Тут все прям охотятся на медика первым делом. Да. Так, я иду за тобой. Да что тогда? Ты видишь, как ты бегаешь от меня? Вечный интервал какой огромный. Бегай. Я охраняю тебя. А ну что, мы можем снова запрыгивать? Уху! Круто! Да, прикольно! Слушай, я потом тебе, короче, такую штучку расскажу, ты просто офигеешь! Идем, штучка! Идем искать трупы! Погнали! Так. Сзади нас бежит лохи, опа! Тихо! Давай, быстрей! Я спрятался, я спрятался, все! Так, уходи отсюда. Он меня не видит. Ушел отсюда. Ваня, я тут срать сел, пожалуйста, поохраняй мой туалет. Guard me, please. Тикаем. Пока нас не убил. Давай, погнали. Тикаем, Ваня, тикаем. Давай. Так, он все время за нами бежит, слушай, он подозрительный какой-то. Да, это очень странно, блин. Давай задания хотя бы выполнять какие-то. Давай. Я документы собираю, я же врач. Слушай, ты бы видел, что здесь сейчас происходит. А что? Я потом тебе покажу. В смысле? Слышишь? А, блин, Канеки Кен, он же может прыгать в вентиляцию. Я совсем забыл то, что здесь могут и обычные чуваки прыгать в вентиляцию. А ты выполняешь вообще задание или нет? Да, выполняю. Давай. Смотри, нам нельзя оставаться в комнате с двумя людьми, потому что они могут быть импостеры. Но нам то, что... пошли в электричество, погнали. Давай, погнали, братан. Вот, чувак, вот они двое возле нас. И этот лохи постоянно ходит. Мне прям вот он, блин, не дает прям вот мне отдохнуть. Да, он, конечно, жесткий тип пуля. Хоть бы он нас не убил. Вот, да, я тоже думаю об этом. Так, быстро.
Я убежал! О, ты куда убежал? Ты куда? Я текаю, брат! Я в ушел! Я в столовке, брат, я в столовке. Так, я тоже побежал в столовку, значит, ща приду. Да. Чё ты, блин, мне даже не предупредил, то, что ты уходишь, я за тобой не побежал. Я убегал, я делал ва-ран, Вася-ран. Канеки Кен за мной бежит! Все, все. Так, так, я охраняю. Канеки, вошел, ушел. Опа, опа. Идем быстро ремонтировать. Слышишь, а трупов, кстати, вообще нет. Я понимаю, давай ремонтировать электричество, улё. Ой-ой-ой, погоди. Лохи за мной побежал, лохи за мной. Тут все, Ваня. Давай, я за тобой. Ты куда? Да, я буду в люке сидеть, понял? И все. Давай. Прикол. А видишь, блин, это вообще чит-код. Видишь трупы, нет? Не, вообще никаких. Да-да-да-да, чё код джамбо. Слышишь, давай сейчас в меди выйдем, в меди. Чего? В медпункте давай сейчас выйдем. Зачем? Ну а чё нам пилятся? Курве, он не предатель. Да-да-да, я вижу. Опа. Погоди, пошли быстро, кислород. Реактор чинить. А, реактор, все, бегу. Давай, ты где? Да я бегу. Откуда ты бежишь? Всё, я здесь. Да, давай, погнали. Давайте, пацаны. Оп, с другой стороны нажми на кнопку. Да. Нажал. Все, хорошо. Давай, погнали отсюда. Слушай, да. Здесь так много людей, хоть бы тут импостера не было. Уходим. А вообще трупы есть или нет? Вообще нет никаких, слушай. Так они за мной охотятся, тут просто ты со мной сисурики, попка. Да. Попка, ну прогони это. А курвы наш, курвы свой. Курва, а нет. Так, Ваня, видишь, все тупо одной командой тянутся. Слушай, а чё здесь никто никого не убивает? Я не знаю, но, блин, может потому что меня до сих пор не убили. Или понимают, что если убьют, то я воскрешу. Опа! О, Фиолетта убили! А чё репортнул? Зачем репорт? Блин, я дурак. Ну вот Фердж, я за лохи проголосую. Блин, давай. Так а зачем ты скипнул? Потом расскажу. В смысле, а ты знаешь кто? Нет. Ну ладно. Скипнуло 3 человека. А за Фреджи проголосовало 2. А смотри, сколько осталось нас. Сколько? Нас не так много осталось, пошли выполнять задание. Погнали, я все выполню. Вот, надо... Блин, мы оставили его одного, пошли, сейчас его зарубят, и все, и пипец будет. Ребят, да давайте ходим вместе. Возле курвы держимся, возле курвы. Давай, возле курвы. Надо было написать ему, чтобы он с нами был. Так, подожди, а сколько нас осталось? А у тебя задание вообще где находится? Слушай, если это не курвы, тогда это или Not Me, или Лохи, или Фердж. Но мне кажется, это Лохи, он за нами слишком много бегал. Ну слушай, возможно и правда Лохи. Вот и я думаю, что это он. Идем в навигацию. Нет, пошли за курвы. Погнали за курвы. Так, тут Not Me и Фредж, оп, аккуратно. Слушай, мне кажется, они не виноваты. Хотя Not Me я немного подозреваю. Полетели. Погнали, а куда мы идем? У тебя вообще все задания выполнены, нет? Нет, у меня еще что-то есть. А вылазим в медпункте, братан, давай. Давай, ща. Вы. Оп! Опа, тут лохи. Все, бежим. Уходим отсюда. Блин, это, конечно, так жестко. Очень-очень интересная катка, потому что вообще ничего не. Что? Ты! Ты Скот! Ты Скот! Блин, я ж тебе доверял! Капец ты, жопа! Капец, ты понимаешь, я вроде тебя убивать не хотел. Ах ты лох! Я тебя убивать не хотел. Ты все время был возле меня. Да. Я тебе верил. Так я тебя не убивал, но я и лохи не хотел убивать, он же мой кореш. Капец, ребята, просто Ваня, вот такая жопа, он оказался. Все время тупо ходили в лохи. Ты мне не брат после этого, ты понимаешь вообще? Ты чего? Я в шоке. Почему я тебя не брат, ну я же не убивал тебя. Так, блин, у всех эти роботы, это кажется, что нас так дофига. Слушай, видел, как вся толпа тупо ходила, и сейчас все в люк залезли? Да, все так залетели моментально, джин. Так, опа, кстати, и все вылезли с одной точки, прикол. Блин, я не понимаю, почему нас так дофига? Слушай, я лучше уйду от вас подальше, а то там еще какой-то маньячело попадется игру. Пошли лучше гвардить этого, врача. А да, кстати, где он? Точно надо его гвардить. Потому что его сейчас грохнут, и все. Так, я тут пока разолью все эти химические химикаты. Ну ты химик, конечно. Да какие химикаты? Давай врача искать. Я ищу, я... Ну, блин, попадется, я буду ему помогать. А пока что надо выполнять задание.
А я его пока что ищу в жопу эти задания. В электричестве его нету, если чё. А я там тоже пробегал. И в этом, как это называется, в управлении его тоже нет. Чует моя пятая точка, что медика мы уже лишились. Кстати, а кто медик был, помнишь, Ник? Неа. Я тоже не помню. А, вот он, It's Gamer. Я сейчас с ним хожу. А, блин, он убежал от меня, он в вентиляцию упрыгал. О, я тебя зато нашел. Я получше буду. Мне вообще никого не страшно, я мафиози. Это моя жизнь. Ой. Белого наш. Где? Where are? Да, и почему репортнули? Боже, это твой брат, Ваня, гейм по стрит-апшон пишет. Ёханый бабай. Просто твой сородич. Don't report, we have doctor. What the hell? Короче, я скипую. Короче, у нас какие-то неадекваты попались. О, ну ты мне подал хорошую идею, я тебе так скажу. А где он? Ты за ним пошел? Мне вообще такое чувство, что он просто в люке сидит, понял? А я его не могу нигде найти, ты видишь, где он? Нет, я просто обратил внимание, мы прыгнули с ним в один люк, я оба люка проверил, оба выхода, ни на одном его нету. Такое чувство, что он просто в люк запрыгивает и сидит в нем. Ну слушай, в принципе разумно, чтобы его не убили. Кстати, вполне разумно, да, импостер может кого-то грохнуть, а ты в это время в люке сидел и все увидел. А, ну кстати, да. Слушай, так выходит у нас медик, он, во-первых, и себя сохраняет свою жизнь, о, здорово. Такие он еще парит всех. Конечно. А, мы еще мало заданий выполнили. Так, я нашел этого медика, я за ним пока что. Я уже все выполнил. Да? Да. Мне еще одно задание осталось. О, смотри, как нас огромная толпа так за медиком ходит. Медик убежал, правда. Идем за ним, пошли, пошли. Погнали. Опа. Так. Опа. А зачем? А они репортнули? Он сам репортнул. Разве? Нет, это не он репортнул. Давай им напишем, don't report, we have medic. Это не медик репортнул, там еще один прибежал. Вот, посмотри, кто репортнул. Геймфер. Вот этот вот оранжевый. За кого голосую? Я за геймера проголосую. Чего? Ну потому что он бестолковка. Ты видишь, что он делает? И посмотри, что он в чате пишет. Да я же говорю, он неадекватный. Ну окей, я тоже за него проголосую. Давай. Ой, блин, скипует. Ну рациональный выбор, в принципе. Вернее было сделать так, потому что, ну если он такой дурак, значит он скорее всего не импостер. Ха-ха-ха. Может он прикидывается. Ну все, у меня нет заданий больше. Ну у меня в реакторе последний, я сейчас выполню. А ты пока медика охраняй, пока я тут задание выполняю. Да ты попробуй за ним угнаться, он бегает, будто у него жопа ошпарена. О, молния Маквин, чао. Доктор Пердин. Здорово. О, здорово, чувак. Иди сюда, сейчас я тебя убью. Кстати, слушай, не-не-не, иди ты в сраку, иди ты в сраку. Я заметил, что ты хорошо поднял скилл скрываться от всех. Иди ты в жопу. Давай, не считай. Да, обязательно, не найдешь ты меня уже. Не, я тебя видел, ты где, Ваня, мне кажется, это ты. Все, я понял. Где, ты где? Смотри, ты какой-то молчаливый. Так, я за тебя голосую, если что. Ну, голосуй за меня, если хочешь. Ну и буду за тебя, да-да-да. Кислород или реактор? Ой, реактор. Ну, сейчас проверим, что-то Ваня подозрительный. Game Fair покинул игру. А, ну это тот балбес, короче. Иди сюда. Ха, я сейчас тебя убью. Давай, догони. Так, ты где? Эй, стой. Круто. Я гоню быстро, не подъедешь близко. Так, ладно, а если серьезно, я все задания выполнил, погнали искать этого убийцу. А еще лучше, давай. Какие ты задания выполнил? Сейчас список открою. Хранилище, починить проводку 03, медпункт, подтвердить сканирование, электричество, проведить, короче, связь еще. Да, рассказывай. О-о-о! Я знал, что это ты! Капец, я знал, что тебе нельзя доверять. А почему ты думал, что я импостер? Ну, не знаю. Ты все время меня подозреваешь. Медик, бедолага, так скрывался, так я бегал за ним постоянно, а он убегал от меня. И он думал, что это я. И тут его злой робот подрезал прямо в люк. Прямо перед люком так. Фигачи все. Ну, короче, это жестко. Ну что, кто тут победитель, ха? Да, я победитель. Ладно. Лухури лайф, дудс. Злой робот, мой кент. Это просто везение. Смотри, мы тут танцуем. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. А ты в сторонку отойди, ты проиграл. Тун-тун-тун-тун-тун. Ну блин, я тоже хочу тун-тун-тун. Ладно, давай с нами. Ну и на этом все, ребят. Очень жаль, что у меня не получилось медикам именно вытащить труп и воскресить его, но мы видели, как это все происходит. Думаю, что если это видео наберет много лайков, то мы снимем вторую серию или же поменяем мод и будет еще один крутой ролик. Еще подписывайтесь на мой инстаграм прямо вот сюда, потому что там я выставляю коды комнат и играю со своими подписчиками. Продолжение этого видео будет на канале у моего младшего брата, ссылка в описании. Ставьте лайк, пишите комментарий. Не забывайте нажать
нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного видео. С вами был я, Демьян Волков, и мой младший брат... Папусечка!